Значит, у нас на сегодня состоялось три визита. Мы вышли еще на то, что вот, с точки зрения консультации продолжаем работать активно. И вот как очередной шаг, можно следующий слайд. Давай следующий. Мы разработали, это вот существующая, она проходит месяц, определенные сложности, потому что в разгар сезона и в пиковые моменты большие очереди, обуви и сопутствующих услуг на более высокий уровень поднять. Можно следующий слайд. То есть нам разработан работающие профессионалы и само отношение к сапожнику, к человеку в фартухе и ну, рабочей зоны такой надо отличается от варшавства и от Берлина. В сфере услуг мы тоже должны на этот уровень поднять. И вот в таком, чтобы было понятно, то есть сделать такое яркое, красивое, с тем, чтобы это было вот ремонт нужной лотереи, ремонт обуви, одежды химчистку, ремонт ключей, сопутствующее кончится, и мы, значит, в этот новый вид перейдем, тогда уже мы будем опять возвращаться к нашему там, проекту с мини-домом. Сегодня мы проводили официальное открытие программ Европейского банка реконструкции и развития по поддержке малого и среднего бизнеса. Основная задача была проинформировать белорусскую общественность о том, что такая возможность появилась. Мы представляли сегодня две программы. Это программа деловых консультационных услуг, программа БАС. Цель этой программы – помочь развитию местных, частных, малых и средних предприятий путем облегчения их доступа к местным консультационным услугам. То есть мы в данном случае выступаем как посредник между белорусскими предприятиями и белорусскими консультантами и можем взять на себя до 60% затрат на такие проекты. Наша помощь заключается именно в выдаче небольших грантов, максимум 10 тысяч евро на одно предприятие, и в том числе помощь в выборе нахождения такого консультанта. Вторая программа, которую мы сегодня представляли, она уже некоторое время действует в Беларуси, это программа развития предприятий, ПРП. Раньше также она была известна под именем TAM, Turnaround Management. На сегодняшний день уже несколько проектов реализуется по этой программе. В данной программе привлекается иностранный эксперт, который имеет большой опыт работы в такой отрасли, и уже этот иностранный эксперт консультирует белорусское предприятие. Мы надеемся на то, что наши программы в Беларуси будут пользоваться успехом, и много предприятий будет заинтересовано. Мы готовы начинать работу. В двух словах, что надо, чтобы грант получить. Если предприятие заинтересовано в нашей помощи, ему необходимо подать заявку в наш офис. Контакты можно найти в интернете. Мы рассмотрим заявку, выйдем на предприятие и начнем работать с этой компанией. Кто имеет наибольшие шансы для получения грантов? Какая отрасль, регион и город? Мы заинтересованы в практически во всех предприятиях Республики Беларусь, которые соответствуют нашим критериям, то есть это от 10 до 250 человек персонала, частные белорусские компании, уже и работающие на белорусском рынке от 2 лет. Мы не отдаем никаких предпочтений отраслям и готовы рассматривать заявки практически от всех компаний.